Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Наталія Ігнатенко. Добрий вечір. У спортсменок Гомельской области олимпийская бронза. Сегодня у Рио-де-Жанейро отбылся финал веслования на байдарках. На 500-метровой дистанции Беларусь представляли Марина Литвинчук, Вольга Худенко, Надея Лепяшко и Маргарита Махнева. У финал на этой дистанции белорусский экипаж пробился довольно легко. У отборочном выпробовании байдарочницы финишевали першими. До розыгрышу медалей их допустили без полуфинальной стадии. Конкуренция ж у финале была надзвичай серьезной. Венгерки приехали у Рио у статусе фаворитов и не сдивили никого, амаль одразу захопивши лидерство. Опередить их спробовал только немецкий экипаж, однако не сдолел. На пятки представницам Гомельской области наступали украинки, однако наши спортсменки свою третью позицию никому отдавать не сбирались. До речи, пьедестал у сравнении с Лондоном 4 года тому не зведал змен. Венгры на первом месте, немки на другим, у Беларуси бронза. Каб завоевать золото, Марине Литвинчук, Вользе Худенко, Надея Лепяшко и Маргарите Махневой не хапила амаль 2,5 секунды. Сегодня под Гомелем отбылася традиционная встреча былых партизан и подпольщиков бригады «Большевик». Сёлета с дня створения легендарного формирования исполнилось 75 годов. Партизаны «Большевика» проводили диверсии на чыгунцы и основных автомагистралях, цалком парализовали рух судов по РАЦ СОЖ. Разом с частями Червоной армии удельничали у операции «Багратион». Подробности в репортаже Вероники Ворошилиной. Гомельщину нездарма называют краем партизанской славы. Гэты рух увайшоў у летопись сусветной истории, як не маючи аналогов по масштабах супротивления. Менавіта тут, прикладно у 10 километрах от Гомеля. У сяроддзі непроходных болот 75 годов тому размещался партизанский отряд «Большевик». Он был первым на территории в области, створенной у жнивня 41-го года, подчас оборонных боев за Гомель. Зараз гэта территория мемориального комплексу «Партизанская крынічка». Штогод, каб вспомнить славные подвиги бригады «Большевик», сюды приезжают былые фронтовики, партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединений, молодь. Мемориальный комплекс «Партизанская крынічка» символизует мужность и стойкость народных оборонцев и разом с тем нагадывает про дорогую цену, якую они заплатили, отстоивая независимость своей краины. У память об героизме працовников тылу, которые помогли частям Червоной армии выстоять у тяжкие годы фашистского террора и наблизить светлый день перемоги, проводится митинг реквием. Присутные с велизарной удяжностью одночасово горучую сердце складывают венки и кветки до мемориала и ушановывают память отважных партизан и подпольщиков, загинувших за мир, свободу и будущую. Здесь был создан отряд «Большевик» под руководством Тимофеенко. В первые дни в нем было всего 50 человек. Потом из этого отряда выросла большущая бригада, которая по всей области вела войну с врагом. Народные мстивцы бригады «Большевик» проводили диверсии на чыгунцы основных автомагистралях, цалком парализовали рух судов по РАЦ СОЖ. Разом с частями Червоной армии удельничали у операции «Багратион». Партизанский отряд «Большевик» впоследствии увеличился до 300 человек. Этот отряд на протяжении 2 лет и 3 месяцев активно вел боевые действия с гитлеровскими захватчиками именно на нашей Гомельской земле. Принимал участие и в различных диверсионных операциях, и в освобождении населенных пунктов, и в Гомельско-Речицкой наступательной операции по освобождению нашего города. Есть в этом отряде и герои Советского Союза, и Емельян Барыкин, и Илья Кожер, и Исаченко. У целом партизаны и подпольщики Гомельщины знищили свыше 10 тысяч гитлеровцев и больше за 3 тысячи одинок военной техники ворога. И они вывели из немецких лагеров смерти больше как 8 тысяч военнополонных и выратовали от згону фашистское рабство 5 тысяч советских громадян. На такий самоотданный крок и шли, не шкадуючи власных жителей, а тому сегодня дох нащадков памятать про гэты великий и бесценный народный подвиг. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомелі почал курсировать поэтичный автобус. Такий оригинальный проект – год культуры и напередодні Дня белорусской письменности для жыхароў и гостей областного центра подрихтовали совместно супрацовники открытого акционерного товариства Гомелі Аблаутотранс и областной универсальной библиотеки имя Ленина. У первый рейс отправились наши корреспонденты.
Перед отправкой этого не совсем обычного поэтичного автобуса организаторы крыху хвалюются. Признаются, что вельми хочется, как их совместный творческий проект горожане оценили по вартости. С идеей запустить по городским маршруте автобус, який знакомил жихаров и гостей областного центра с поэтичными творами белорусских классиков, выступило керавництво открытого акционерного товариства «Гомеля Балаутотранс». Супрацовники областной универсальной библиотеки имя Ленина задумку подтримали с энтузиазмом и допомогли реализовать проект у житё. Нашими специалистами был подготовлен литературный материал. Мы работали в основном с классиками белорусской литературы, с поэтическим материалом. Якуб Колос, Янка Купала, Максим Танк, Максим Богданович. Прокатиться у тематично оформленном автобусе гомельчане мають махчимость на самом протяглым у областном центре маршруте номер 20 «Старая Волотова, Медгородок». У салоне они почуют верши знакомитых белорусских поэтов у выконании супрацовников областной универсальной библиотеки имя Ленина, які з'являються артистами одиного украинского библиотечного театра «Граки». Якуб Колос. Образы милого родного края. Смуток и радость моя. Что мое сердце до вас порывает? Шин, так прикованный я. Меж тем спыняться на досягнутым организаторы не собираются. Яны плануют развивать и удосканаливать свой проект. Например, мают намер обеспечить поэтичный автобус тематичными друкованными материалами, а коли проект горожанам сподобается, запустить подобный арт-транспорт и на иншие маршруты. Так само супрацовники открытого акционерного товариства «Гомель Абалаутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина запрошают до уделу у проекте усих необыяковых дородной литературы. Приглашаем к сотрудничеству нашу творческую интеллигенцию, города Гомеля, области, для того, чтобы поэты, молодые поэты, несли в массы свое творчество, ну и пропагандировали белорусскую поэзию, белорусскую литературу. Организаторы сподяются, что гэты оригинальный проект для жыхароў и гостей областного центра станет приемным подарунком у год культуры и до Дня белорусской письменности. Дарэчы, аналогичный поэтичный автобус у хуткім часе пачне курсировать и в Рогачове. Его маршрут будет пролягать праз увесь город. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». А напередодні у Рогачові відбулося апошнє посяджение Національного організаційного комітету по підрихтовці і проведенні Дня білоруської письменності. Основне мероприємство свята відбудуться у райцентрі 4 вересня, і до гэтага часу необхідно вирішити апошнє організаційне питання. З ходом роботи, розпрацьованої програмою, ознайомився Олег Сінцеров. Таких масштабных работ у Рогачеве не было уже давно. Ремонт дорог, доброупорядкование территорий, реконструкция будинков, комплексный подход позволил выполнить практически все запланированные мероприятия. На сегодняшний день готовность объектов складает 90–98%. До 1 вересня все работы должны быть завершены полностью. Мы предыдущее заседание организационного комитета выездное проводили в городе Рогачеве в мае месяце. Сегодня это совершенно иной город. Здесь обновлены фасады, приняты решения по объекту. Объектом социально-культурного назначения. В общем-то, город преобразился до неузнаваемости. Гостей необходимо сустракать в утульном и чистом доме. Эту истину у Рогачеве добро разумеют, а тому им кнутся зарабить свято сапраўды запоминальным. Кожную субботу тут проходит агульный субботник, а прича того, местовое предприемство и организация накировывают своих работников на допомогу ремонтным и коммунальным службам. Еще один способ удела у проводимых работах – оказание спонсорской допомоги для набытия тех же фарбов, древ для озеленения и невеликих архитектурных формул. Масштабные работы створяют часовые складанности, але все разумеют, это робится для города и местных жихаров. Одновременно надо было коммуникации менять, и улицу расширять, и асфальтировать, и перестраивать, и красить. Но надо сказать, что все относятся с пониманием, и все уже улыбаются и довольны. Видят даже по тем участкам, где уже все сделано, видят, что будет еще лучше. И в конечном итоге будет город наш преображен, и все только рады. На апошнім перед Днем белорусской письменности посяджения Национального аргкомитета размова по пытаниях приему и размещения гостей, организации гандлю и мер безопасности, починаючи от организации руху и громадской безопасности до работы медицинских бригад и функционирования энергетичных коммуникаций. Особная тема – программа мероприемств. Серед запланованного международное литературное свято, разностайные тематичные подворки, реконструкция друкарни 16-го стагодия, где каждый жадаючи сможет надруковать для себя сторонку со Скоринской Библией.
При этом особливая увага звернута на доступность мероприемств для людей с обижаванными махчимостями. В Вогуле на День белорусской письменности у Рогачева планируют приехать представники аккредитованных у нашей краине дипломатичных миссий и у першиню на таким святе белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Бодай самый значный объект, який будет открыт у Рогачеве 4 версня, одновленный дом книги. Теперь это будет не просто районная библиотека, а целый комплекс с выставочной залой и книжной крамой. До речи, зараз у городе ни одной книжной крамы нема. И в протяг литературной темы на дне белорусской письменности у Рогачеве меркуется увести новую традицию. Гости свята привезут сюда по одной тени каких книг, которые будут передадены у местовой библиотеки. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» за Рогачева. Працягваем выпуск. Звыш 200 установ адукацыі і спорту Гомеля 1 верасня гатовыя прыняць у сваіх сценах больш як 77,5 тысяч дзяцей. Падрыхтоўку да навучальнага года ацанілі на пасяджэнні гарвыканкама. Настасія Кучынская раскажа больш падрабязна. У сярэдняй школе нумар 21 зараз вядуцца апошнія работы па добраўпарадкаванні тэрыторыі. У цэлым да новага навучальнага года тут зрабілі вялікі аб'ём. Аснасцілі новай тэхнікай блок харчавання, адрамантавалі холы і класы пачатковай школы, набылі сучасныя парты для вучняў. Усё ў асноўным за кошт спонсараў і дзякуючы дапамозе бацькоў. Асаблівасць гэтай школы ў капітальным падыходзе да справы. Я, когда приступаю к любому ремонту, да, я не хочу подмазывать, подкрашивать, я хочу сделать класс новым, этаж новым. И хочу, чтобы это действительно было современно и на несколько лет вперёд. Поэтому мы во всём идём вперёд, да, не только в ремонт. Например, когда устанавливаем видеокамеры, то они у нас стоят на каждом этаже, а также есть выход на смартфон у меня. Если мы делаем пропускную систему, то мы тоже стараемся идти вперед. Работу коллективу 21-й школы сёлета оценили как одну из лепших у городе. Подрыхтовку до нового навучального года обмерковали на посяжении городских уладов. У целом больше как 77 тысяч детей 1 вересня плануют принять свыше 200 установ адукации спорту Гомеля. У некоторых зараз еще проходят опошние работы. Але до 1 вересня справятся у все. Каждый отдел образования, спорта и туризма, администрация района справился с поставленными задачами. Практически в каждом учреждении образования, учреждении спорта выполнен тот комплекс первостепенных работ, который влиял, в принципе, на получение паспорта готовности объекта к новому учебному году, ну и, конечно же, подготовку всего хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. С каждым годом прибавляется детского населения в городе Гомеле. Мы радуемся, в то же время спешим создать все необходимые условия как для дошколят, так и для первоклашек. И в этом году, вот по пока оперативным данным, на 1700 школьников станет больше, и на 630 дошколят. Настасья Кучынская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». І да іншых тэм. Ордэн Легіён Гонару, японскі ордэн свяшчэннага скарба, ордэн кароны Тайланда і адна з самых каштоўных узнагарод – ордэн слана. У музеі Гомельскага палацава-паркавага ансамбля працуе выстава «Узнагароды краін свету». З экспанатамі азнаёміліся нашы корэспандэнты. Заслуги человека перед громадством завсёды означались особливым чином. Титулы, упрыгоживание, зброя, годинники и навод специальное одение. Пералик того, что люди урушали своим героям, достатково велики. Однако ордены и медали у гэтым спесе стоять особным радком. На выставе «Узнагороды краин свету» с коллекции музея города Тракая, якая зараз демонструется у Гомеле, больше як 120 орденов и медалёв за маль 40 краин Европы, Африки, Азии, Паўднёвай и Паўночной Америки. Это выставка уникальная для дворцово-паркового ансамбля и для нашего региона, потому что она дает представление о наградах не только связанные с Великой Отечественной войной, которые нам хорошо знакомы, так, но и вообще всех многих стран мира. Поэтому она будет интересна, я думаю, как взрослому населению, так и в первую очередь подрастающему. Потому что одна из основных задач, которая стоит перед музейными учреждениями, это воспитание молодого поколения. Американский медаль «Пурпурное сердце», бразильский орден Паўднёвага крыжа и японский «Священного скарба», орден короны Таиланда и высшая державная узнагорода Дании, орден слона.
Нават тих, хто не вельми цікавиться фалеристикой, вистава не покине абияковым. Урешті убачить такие узнагороды у Гомеля можно далеко не каждый день. Хоть размова не только об непосредных экспонатах. По словам организаторов выставы, угод культуры гэты выставочный проект объединял музеи Беларуси и Литвы, что в свою чергу будет содействовать умасованию добрососедских отношений помеж краинами. А тому есть все подставы мерковать, что гэтая выстава апошней не будет. Мы разные экспонаты имеем. Можно поделиться и посмотреть, связанные с общей историей или какие-то тематические. Ну, в нашем музее разные коллекции. Если будет желание, всегда мы можем сделать. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершены. У студии працавала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалых выходных. До новых встреч в эфире.